маленькими шагами, вот такое движение. Вы должны эту дорожку пройти в течение 5 минут. Начинаем с мелких камешек, чтобы немножко наши подошвы привыкли. Здрасте, как вам ощущения? Отличные. Хочется быть молодым и здоровым. А вам? Приятные просто ощущения. Здрасте, а вам понравилось ходить по этой уникальной дорожке? Очень, это хорошо, что как бы сделали в Балаклаве. А у вас какие впечатления? Ну, впечатление то, что теперь можно ходить по дорожке и получать заряд здоровья. Больно мне было ходить, это дорожка, вот где такие кружочки большие. Но так очень понравилось, очень разминает ноги, стопы, пятки, и думаю, вполне можно сюда ходить. Мне очень понравилось, потому что моим стопам было приятно. Конечно, будем заезжать сюда, и у меня детей много, будем с детьми ходить, это все полезно для здоровья. Это полезно и взрослым, и детям? Да, это полезно всем, и ребяткам, и взрослым. Это хорошо стимулирует подошвенную часть, избавляет от плоскостопия и оздоравливает. Улучшает иммунитет, снимает усталость, заряжает отличной, очень большой энергией. А это человек, который строил своими руками эту уникальную дорожку. Скажите, пожалуйста, какие поверхности сюда укладывали и как их подбирали? Для строительства дорожки укладывались конкретные поверхности согласно проекту. Для чего это делается? Для того, чтобы воздействие на стопу было разносторонним, потому что стопа должна разогреваться, постепенно камни от мелких идут к крупным. Для устройства этой дорожки подбирались камни специально, которые были привезены из Кавказа. Для дерева был специально использован дуб, для спилов была использована сосна. Материалы все такие, которые очень полезные, экологически чистые. Поэтому поздравляю всех балаковцев, что теперь у нас в городе есть такая дорожка, которую можно посещать бесплатно и ежедневно, и ну, на радость и на здоровье людям. Первая группа балаковцев уже прошлась по этой уникальной дорожке. И я сама решила к ним присоединиться и испытать все целебные свойства этой дорожки. На этой дорожке расположены разные поверхности. Камушки, полосочки, кружочки, брусочки деревянные и другие. И ходить по ней очень приятно. Для горожан это очень важно, потому что у горожан появляются дополнительные места, где они могли отдохнуть вместе с семьей, со своими детьми. Саратовская ГЭС уже на протяжении нескольких лет совместно с администрацией благоустраивает данный парк. И вот этот проект, который сейчас мы реализовывали, это подарок жителям города Балаклава в связи с юбилеем Саратовской ГЭС и в честь дня рождения нашего города. Эта дорожка открыта для всех и всегда. Поэтому приходите в парк ГЭС и сделайте подарок своему здоровью.